Это последний, ну, судя по тому, что говорят в интернете, чтобы он соответствовал сетке прицела и чтобы по нему руководствоваться, как у тебя завален прицел относительно цели. Но его всегда можно подрегулировать, поэтому пока поставлю его здесь. Да, прицел Vector Optics по отзывам достаточно неплохой. Ну, мне как начинающему высокоточнику, я думаю, хватит его на глаза, за глаза. Так, поставлю биту, затяну его тоже по уму. Для калибровки сетки оптики было использовано гениальнейшее инженерное решение — использовать банку и гибкий шомпол для чистки в качестве отвеса. Вот, на мишень повесил палку, на палку повесил веревку и по толстой части шомпола, соответственно, использовал как отвес вертикальный и просто выставил оптику. Все, теперь это можно снять. Блять, аж прыгает. С непривычки-то. После этих. Так, ага, вон оно выше пришло. Так, ну на 50 метров предварительная пристрелка завершена. Сейчас надо будет почистить ствол, посмотреть, что у нас с обкаткой. Я буду смотреть это кустарным методом по тому, выйдет ли с первого раза медь. Для этого у нас приобретено куча разной лабуды для чистки. Такие тряпочки. Не знаю, насколько можно чистить такими пачками. Но я почищу. Попробую, по крайней мере. Не делайте, как я. Как говорят в умных видео, сначала надо снять нагар, карбон, потом медь. Для этого сначала маслицем снимем нагар. Опа. Чтобы не оставлять большое количество мусора, будем использовать модную приспособу.
Апачи модные чистоганы для чистки я не купил, поэтому использую обычное полотенце. Оно, конечно, немножко ворсится, но потом надо просто аккуратненько посмотреть, чтобы ворсинок не осталось. Все, прогнал, 3 раза масло, чуть почище стало. Значит, берем ёршик. Накручиваем переходник. Втираем шомпол. В районе 20 движений. Да, Сашка, Санька, Александр. Этих коробочек и ёбочек. Ой. Александр. Сказал бы, что ты пишешь. Да, вот такое, Саня, эльфийские какие-то движения непонятные. Короче, не ВД-40. Да, тут ВД-40 не получается. Бэм. Ставлю обратно. Я себе купил китайский вот так. Magnifier. И чё как? Я хуй, значит, проверим. Попутно вас будет развлекать Эндрю. Ты реально хочешь в YouTube залить? Да? Старое собачье одеяло, полотенце. У меня 1500-ные пачки. Что-то жжёным запахло. Первый попал. Ну такие. У тебя оригинальный текст? Да. Ты, блин. А он парень-то непростой. Так, хочу воспользоваться пастой. А у меня нет мягкого ёршика. Надо будет, наверное. И чё, сколько текста? Надо будет на патч, наверное, садить. Я опять китайский. Магнифер? А, ты магнифер? Нет, я магнифер китайский. Вот это оригинальный. Еще вот я, блядь, раскопал чудо-чудное, диво-дивное. Тремя точками? Джинжишную крышку, блядь, на него. Это не родная, это с этим, с крышечками. Тоже, блядь, из прошлого. А я вообще крышу с крышечками, кстати, не видел ни разу. Нет, почему страйкбольная? Я у вомбата в гараже еще покопался. И не такое бы нашел, да? Да. Ну да, лазер. А, блядь. Че, как вообще пек? Лучше, чем наш или хуже? Нет, не лучше, не хуже, такой же. Вот это зенитка Перс 3 ровно вот то. Да, только меньше и легче. Только меньше и легче. Но местами, как бы, ну, скажем так, на этом преимущество заканчивают. Ну да. То нет, есть... Перс 3 мощнее. Нет, нихера. Чем вот лопятый? Да. В ИК диапазоне одинаковые. Так а ты не хочешь затвор-то вставить и провернуть? А, к сожалению, не влазит сюда. То есть он чуть больше, чем непродуманный. Короче, в этом, в видимом диапазоне, вот перс третий, который, блядь, там плюс-плюс,
Он, да, он как этот, он мощнее L5. Охереть паста снимает, конечно. Да, вместе с хромом и нарезанным. Да, ну, я смотрел дяденьку одного, он вообще обкатку делал GB-шной красной пастой и рекомендовал, а это пользуется типа для удаления карбона, ну, там где-то примерно раз в 100 в настреле. И это чистый ствол после 4 выстрелов. Дальше надо прогнать патч для того, чтобы выгнать пасту. Еще лезет грязь. Я признаюсь честно, до этого чистогановскими шампалами никогда не чистил, но могу сказать мое уважение. Для пятерок все закуплю. Шумпол офигенно собран, вообще не люфтит нигде ничего. Прям ощущаешь, как он крутится в нарезах, когда продвигаешь ствол канала ствола. Офигенно. Все переходнички, все, в общем, написано, расписано, как с чем сочетать. Вот такая тема. Так, пройдусь-ка я еще разочек, наверное. Медным ёршиком, потому что есть сомнение, что еще где-то могло остаться нагар, ну или его элементы в местах. Шомпола сразу собранных, готовых прийти на выручку, чтобы не скручивать, не терять, как это делаю я, с одного на другой переходник, адаптер и так далее. Ну, удобно, наверное, все это таскать еще надо. Большой стел. О, реально. Ау! Отбой, я чищусь! Чистый. Так, разобрались. Вот осталась паста немножко на входе в патронник. Ее мы вычистим вот этим, но попозже. Сначала мы будем заливать химию будем таким же способом подготовленный. Хорошенечко удобрим его. Он такой гелеобразный. Может быть, от холода, конечно. Не знаю. Так. Руками, говорят, его особо трогать нельзя, но я здесь я трогал. Слушал. Он аммиачный, короче, воняет. Спортики поймут. И, короче, его потихоньку. По 5 сантиметров, грубо говоря, надо продвигать, чтобы он смазал стенки нормально. Оставить на последних где-то 5 сантиметров, не выходя за границы ствола.
ну, то есть дульного среза. Сейчас увидите почему. Идем, идем, идем. Все, довели. Будем использовать крышечку уже от самого сольвента. Прикрою ствол, чтобы не проколоть себе палец. Тут я все-таки себе не враг. Нахрен я его так сделаю, да? О, все, уперся. Проверю, где он там находится. Нормально. Вот, теперь мы берем. Возьмем винтовку. Ставим таким вот образом. И залипаем сольвент на 5 сантиметров прям в ствол. Вот, называется заливка. Расход, конечно, у него хороший. И наша задача теперь потихоньку опускать, дать ему стекать. И он будет потихонечку опускаться по каналу ствола, полностью смазывая его. По 15 секунд, наверное, где-то. Еще 5. И надо не выйти в патронник, а остаться, грубо говоря, на границе патронника. Надеюсь, у меня получится с первого раза. Оставляем его там. Сейчас он пусть затечет. На 15 минут. За 15 минут он должен разъесть медь. После чего его надо будет вывести опять же маслом. Насухо вычистить. И на этом можно будет считать чистку оконченной. Наклоняем винтовку и достаем. И все, курим теперь 15 минут. Так, прошло 15 минут, будем вычищать.
Ну ее можно ниже, выше она. Сколько жижи вылилось? Расстегнул бок, расстегнул это, вылез, и тебе не надо ни через голову, ни через то. У тебя задняя половинка остается сзади. Ну смотри, Геба, практически вообще чистая. Хорошо. Не практически, а чистая можно. Да, я думаю, сейчас я его вычищу. Ну вот маленько осталось. Ну это даже не медь, кстати. Блять. Меди вообще нет. Вопрос-то в том, что было, типа, остается медь в нарезах в этих ступеньках или нет? Видишь, судя по всему. Оба. Ну да. Чистенько. Выкупили мы у Ацелота АВС. Кому? Ромке на работе. Ну, за 18 тысяч. Вообще огонь. Он пришел, блядь, как новый. Да? А вот Ацелота же шмоток вообще как не в себя. Я ему написал. Говорю, Ацелот, будешь что-то продавать, пиши сразу. Напрямую. Он такой, хорошо, не вопрос. А он мне прислал, я говорю, ну что, ты продал, не продал? Я даже, говорит, не знаю, за сколько продавать. Я говорю, ну ты посмотри, напиши, говорю, у меня покупатель есть. Он мне фотки прислал, ценник озвучил. Берем. Рома говорит, берем. Да. Вот. И он его, прикинь, вчера, короче, позавчера. В пятницу отправил, а вчера вечером он уже приехал. Вообще нормально. Так он еще и, короче, оплатил доставку. Я ему еще и за доставку потом кинул. Говорит, ты че, предупредил. Он такой. Ну, я, типа, отправил. Я первый раз, типа, с деком пользовался. Рома вытащил, посмотрел, чисто. Да он нульцовый. ТМС еще когда это, мультикам был, типа, я так понимаю, оригинальный. А он край смотрел, поношенный. 60 выходил. Ну там с поясом. Слышь, Геба, а смотри, а на финалку надо нейтралкой проходить? Стрелять будешь? Нет. Ну, на хранение оставлю нейтралочкой, пройтись можно будет. Ну все, судя по всему, последний патчик, так, да? Давай, регламент действия, что ты сделал за это утро? Израсходовал собачью тряпку. Израсходовал собачью тряпку, да. Но собаке куплена хорошая, красивая подстилка, поэтому целый набор, то, что я коллекционировал с простыней и всего прочего, которые уже застираны и рвутся идеально на патче, они... перешли в разряд теперь мне для чистки. А судя по всему, тут расход по Алаулю. Так да. Что? На ближайшие пару лет тебе... Да, хватит. На ближайшие пару лет, спасибо. Хоть какая-то польза от Роки. Спасибо собаке, у меня теперь... А? Чего? Сколько ты выстрелил? Че, прикалываешь, сколько я выстрелил? Чем стрелять? 4, да? 4? А в рублях это сколько? 200 рублей. 200 рублей. Куда-то туда. Да. Или ты попал? Ну, я пристрелял. Ну как, посадил на 50 метров ровненько. Сейчас буду на соточку. Ага, а тут вот... снайпер где? Не знаю, Геб мне не сказал, карточка, что надо. Карточка, нет, серьезно, там что-то застрял часать. Блять, серьезно, сука. Винтиком, шестигранником. Вот это вот, блядь. Ну ты посмотри, у него тут вообще целая мастерская просто. Не, больше это всего мне что? Нравится, знаешь это? Обходить высокоточку по-русски начинать зимой. А что такого-то? Не летом, когда тепло, комфортно, говорят. Минус 30, да, когда вот сразу самый дубак. Голыми руками, знаешь, его. А что, холодно, что ли? Ну как бы нет, солнце тепло пригревает. Все равно как бы такое. Все, чистота, чистота. А у тебя такое какое-то говно на дульном среде. Да, но его надо вытереть просто. Ну какой-нибудь патчик возьмем, используем. Да, в Пермь. За этой ЧЗ я летал в Пермь. Там, где географ Глобус против. Да. Пермь, она же с двумя мягкими знаками пишется, да? Пермь. Наверное, теми же надо продолжить стрелять. Ну если бы тебе жена бы пистона с утра вставила бы, блядь, отстропонила, будешь токсичный. У него все планы по пизде пошли. И у него, и у супруги.
А это все БСГ. Вот такая. Ну, блядь. А он куда шел, блядь? Это все как бы меньше. На сотке на щите с красной точкой. Вторая слева в квадрате. Да. Да. Спасибо за разрешение. А что, да, мне, кстати, не сформируют. Совет бесплатный дам. Пуля в пулю. Не, ну вот одно из попаданий прям.